На просторах интернета завирусился ролик с министром сельского хозяйства Красноярского края Леонидом Шороховым. Чиновник на заседании регионального законодательного собрания предложил обучить население грамоте, но при этом сам допустил грамматическую ошибку. Вместе, как бы, при выдаче грантов надо и ограмотнять население. Вот то, что мы вносим с вами, это как раз к этому приведет. Важно, чтобы они грамотно составляли документы и следили за целевкой использования вот этих грантов. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.